Сибирское солнце как альтернатива ТЭЦ. Новосибирские производители солнечных батарей пытаются повысить популярность альтернативной энергетики. Можно ли добывать тепло и электричество в пасмурные дни, выяснила Мария Черешнева. С высоты птичьего полета все кровли новосибирских домов выглядят примерно одинаково. Трубы, антенны, снег. На крыше этой высотки будто по частям разобрали орган. Но эти стеклянные колбы – солнечные коллекторы. Накапливают тепло даже зимой. Вы когда стоите на улице, ладошку вот так вот подставили, солнце есть, вам жарко. Когда зашли в теплицу, там тепло. Так вот, считайте, что это маленькая теплица. Только теплица еще отдает назад, а это практически не отдает, потому что здесь вакуум. Поэтому получается, как теплица, туда тепло зашло, потом тосолом мы его перегнали в бак, а из бака уже куда нам надо. На целый дом этих батарей не хватит. Они отапливают офис компании, которая их установила, несмотря на то, что над городом снеговые тучи. Принято считать, что батареи могут быть полезными только в абсолютно ясный и солнечный день. На самом деле они принимают и рассеянный свет, а самое главное, позволяют его накапливать. То есть даже в такой пасмурный день, как сегодня, процесс все-таки идет. Холодные, но свет они все-таки поглощают. Это солнечные панели. Принцип работы такой же, правда, мощность меньше. Например, вот такого количества хватит для того, чтобы бесперебойно работали все электроприборы в одной квартире. Такие солнечные батареи могут появиться в любом доме. Было бы желание собственников. Пока эта установка стоит порядка 40 тысяч рублей. Разработчики утверждают, со временем цены будут падать. И расхваливают, колбы надежные, прочные, а главное, польза для экологии. Говорят, незаменимый вариант для деревень, где перебои со светом. Приглядеться к разработке приглашают и чиновников. Те, в свою очередь, заинтересованы в альтернативной теплоэнергетике. Но здесь нужны отдельные счетчики, нет государственных программ поддержки, и все упирается в законодательство. Одна из проблем, она заключается в том, что избыточную электроэнергию, которая вырабатывается, допустим, на дополнительных источниках, ну, допустим, при помощи тепла, ветра или, допустим, теплонасосы, чтобы она принималась в общую сеть. То есть это, вообще говоря, не происходит. На этой карте флажками отмечены города, куда новосибирская компания поставила солнечные батареи. Уже работают. Но если приглядеться, это юг страны. В наших широтах пока на будущее солнечные энергетики смотрят скептически. Мария Черешнева, Константин Стримоусов. Новости здесь, Новосибирск.